Гости мощно начали матч и в первом тайме уверенно повели в счете. Уже на 9-й минуте Дмитрий Саблуков с близкого расстояния головой отправил мяч в ворота Виктора Романова. Через 13 минут гости вновь праздновали успех после комбинации с правого фланга, на острие которой находился Павел Наровяткин. И снова футболист соперника забивал головой при явном попустительстве защитников. А на 32-й он же делает преимущество южан уже крупным. Этому предшествовала атака по центру и незамысловатый удар нападающего междуреченцев. Правда, после этого связисты смогли перестроиться, а во втором тайме даже сократить отставание до минимума. В составе «Телекома» отличились сначала Максим Гнездилов на 75-й минуте и на 80-й Евгений Опшин. Но все же это был не последний гол в этом матче. Счет 4-2 в пользу гостей стал окончательным за 5 минут до финального свистка после удара того же Павла Наровяткина, сделавшего для себя хет-трик. 12 мячей на двоих забили в Кемерове местная администрация и бочатский «Горняк». Гости преуспели в поражении ворот хозяев в два раза лучше, победив со счетом 8-4. Новокузнецкий «СИП» «Шахтастрой» дома полностью контролировал ход игры и добился крупной победы над беловским «Шахтером» 8-0, введя в счете после первой половины встречи 6-0. В равной игре между столичным «Химиком» и осинниковским «Горняком» победу 2-1 хозяевам принес дубль вышедшего на замену Евгения Шанина на 58 и 77 минутах. Гол престижа у гостей забил Александр Барлебин на 70-й минуте. Игры третьего тура пройдут в воскресенье 7 июля. «Телеком» свой матч будет проводить в гостях в Осинниках.